говорят, покалывает тело, болят мышцы, когда у нее голова забита достижением определенных высот, определенных результатов, именно спортивного характера, выражает себя именно в какой-то агрессии, не имеет никакого значения. Ну а тогда, когда дело касается конфликта, человек, спортсмен, намного проще разбирается словами, нежели чем драку. Почему? Потому что по одному взгляду можно понять, стоит ли с этим человеком вообще связываться, зачем он будет. Ну, это вот как бы из практики. Можно говорить об этом много, можно говорить много очень красивых слов. Давайте лучше немножко попробуем с вами поработать. Я постараюсь работать можно с большим количеством людей. У меня старые лапы, здесь еще Олег Саидов, двукратный олимпийский чемпион, расписывался. Потому что новые лапы у меня еще в соревнованиях вполне приехали. Хорошо поработал мои старые лапы. Так, ну, хорошо, что я сейчас хочу от Анастасии. Я не хочу, чтобы она показала сейчас какой-то мастер-класс. Вот, мы поработаем сейчас по заданию, по методике, естественно, мы бьем по лапам. Почему я уточняю, потому что очень часто бьют по мне. То есть я им говорю, бей сюда, смотрят в лицо, и бьют по мне. Бывает, я уже как бы, в лицо это не сам, как больной, я просто меня бьют. Вот, ну, хорошо, там у нас слушать право, все, левую руку перестать. Давай там элементарно. В любой стойке, которая у нас, ну, чаще всего боевая стойка, должна быть опора. Если мы ставим две ноги вместе, вот эти ноги вместе, то при любой конфликтной ситуации, при встречном ударе, либо при нанесении ударов, мы эту опору теряем. Очень легко выйти с точки зрения, с точки опоры, если у нас ноги стоят вместе. Здесь же у нас простейшая какая-то подножка, да, здесь же у нас моментально какая-то подсечка, выбивается ног моментально. То есть в конфликте, если уже что-то произошло, ножку надо держать пошире. Сделать вес тела на две ноги, чаще загружаем заднюю. Еще мы загружаем заднюю ножку для того, чтобы у нас ручки были несколько посвободнее. И был определенный перевод вес тела. Когда мы бьем задней рукой, мы знаете, да, ребята занимались, и сейчас занимаются, мы переводим вес тела с одной ноги на другую. Потому что если мы будем работать только одним корпусом или только одними ручками, у нас надолго не хватит, и удара, естественно, не будет. Правильно говорить? Правильно, красавчик. Хорошо. Переднюю ножку поставим на защиту. Она у нас 90 градусов. Вторая рука у нас защищает подбородок. Подбородок у нас прятан за плечом. Для чего мы прячем подбородок за плечом? Это делается для того, чтобы встречный удар свой подбородок защитить. Все медики знаете, что подбородок у нас нервное окончание, их очень много. Стоит немножко цепануть, правильно попасть. И человек отключается на долю секунды, достаточно для того, чтобы потерять сознание. Ну, во всяком случае, очнуться где-нибудь глубже. Хорошо. Ручкой защищаем подбородок. Хорошо. Знаете, чуть живот. Вот, видите, уже эффект какой-то пошел. Человек уже пошел на встречу, уже здорово. Прижми ручку подбородок. А, да, очень большая характерная черта женского бокса, всегда я говорил, и это очень интересно. Я сам это путем наблюдения пришел. Если мужской бокс защищает подбородок, то женщины чаще всего ставят руку куда? На защиту. Правильно. Почему? Зачем она нужна? Да? Хорошо, а еще зачем? Потому что подсознание, на подсознании мы вскармливаем детей, и это нужно для продолжения нашего рода. Подбородок нам зачем нужен? Не тут туда пасть, а здесь очень важно. Поэтому мы защищаем себя локтем и закрываем подбородок. Подбородок нужен, закрываем, будет чуть-чуть нужен. Вот, да. А теперь смотри, не переживай, все хорошо, я буду вам лучше. Вот, чуть хорошо. Вот. Я сейчас показываю левую ручку. Ты делаешь короткий подшаг, впереди, немножко, ты делаешь. Ты ударил разворотом кулачка,
Можно пока.